Привет всем, привет всем, с вами Лего Мюзик Варс. Ну а сегодня у нас Братоминатор в один ход. Меня всегда интересовало, сколько же надо рухов на это прохождение. И вот, более-менее с адекватными расчетами пришел к выводу, что их нужно 12. Но учесть скриты, учесть, короче, мощность рухов, в общем, можно скостить это все на более меньшее количество. Поэтому в среду жду вас на Братоминатора в 10. Ну а как мы прошли в один ход Братоминатора, смотрите прямо сейчас. Немножко вырезали со стрима, так что не ругайтесь. Хотя бы выжили. У тебя 17 миллионов, я думаю, ты выживешь. Остальные, скорее всего, подохнут. Даня, привет! Ну все, ваше, короче, дело правое. То есть меня интересует именно атака рухов. 12 волн. То есть все остальные, ну, куда хотите, тыкайте вообще просто. Как скачать хамелеон, есть видео у меня. Есть у меня видео, оно прямо называется так. Типа, возвращаем флеш. И там есть, ну, хамелеон. Там ссылка на него. Все, 12 волн, все. Остальные, говорю, ребята, можете тыкать. Я говорю, мы, по сути, с зарядами, мы сейчас вылечили. Дениска, молодец, красава просто, ну, все нормально. Ну что ж, с Богом, ребят. Ну, то есть, если все нормально, то есть выживем. Если, еще раз говорю, если пройдет, то все нормально. Если нет, ну, тогда печаль будет. Я думаю, вот если на следующий ход, ребята, вы собрались всех слезоидов добивать, мы подохнем все. Скоро большая охота. Ой, она не... Люцик, привет. Брата в один ход сегодня. Сегодня брат в один ход у нас. Интересно мне просто будет, как она, короче, идет. Я же говорю, 10 надо. 10, ребята, надо. Реально 10. Ну, то есть, в следующий раз, в следующую среду, ребята, пойдем в 10 рухов. Именно 10 рухов. Меня интересует формат неудачи. То есть, это единственное, что меня интересует. У кого есть искры, ребята, жрите, бейте. Все, и мы идем на фуру. Опа, гараж!